Ну, молодец. Всем привет. Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня с женой приехали. Карина, привет, скажи всем. Привет. Приехали на Венту половить на фидер. Встали в 4 утра. Думали попасть на линька половить. Ну, пока доехали, пока разложились. Уже светлеть начало. Короче, линя мы не поймали. Ну, зато сейчас плотвичка, красноперка, подлещик поклевывает. Карина сегодня даже уже голавлика поймала. Плотву несколько штук уже поймала. И кого еще? А, и красноперку. У меня тут одна закидушка стоит. Там закидушка. Мы пока на фидера ловим. Отлично. Плотвичка сейчас крупная клюет. С икоркой жирная. Будем, наверное, солить ее, сушить. Что мы будем пробовать? На червяка стояла у меня, блин. Вообще не хотела брать. Карина на кукурузу тут ловила. Я решил тоже поставить. Вот, двух опарышей повесил и кукурузу. Вот, начала поклевывать. Будем ждать. Погода шикарная. Ветра нету. Ну, что будет дальше, будем показывать. Сейчас есть. Плотвичка, наверное, хорошая. Не успел удочку установить. Сразу взяла. А это у нас красноперка. Вон какая. Шикарная. Нападение взяла, говорю. Тихо. Вон какая. Здоровая. Пойдем к своим друзьям. Ух. Сегодня испытываю вот такие вот кормушки. Магазин Fishing Bait прислал мне их. У нас такие венсплсы продаются, но цена, конечно, космос на них. Сами знаете, донные снасти часто обрываются. И также они мне прислали, сейчас вам покажу, где этот пакетик. Прислали вот такие пенопласты, которые вешаются на печки. Вот тут мне на кормушек прислали. И тут есть всякие такие вот разные закидушки. Я одну поставил. Ваниль. У меня тут на клубнике стоит. Уже открывал. Не помню, как это называется. Чесночная есть. Анис тоже есть. Вот он как раз. Что они мне еще вот такие прислали, переходники, не знаю, как они правильно называются. Такого, вот такую ловлю сейчас Карина у меня. Много всякого, я хочу в этом году пробовать на донки, фидеры ловить. Это мне прислали на рекламу, Fishing Bait. Так что ссылка на этот магазин будет в описании под видео. Переходите, смотрите. Может, кто-то себе что-то интересное подберет. У них тут такая вот система. Коромысло вроде называется, если не ошибаюсь. Я потом, наверное, хочу немножко по-другому их переделать. Посмотрю, как она сейчас работает. Пока не все что переделают. Так, тут у нас червячок стоит.
пускай он, наверное, и останется. А на второй крючок повесим вот красную клубничку. Ладно, не забыть, что вешаешь, потому что уже 2 или 3 плотвички поймал на эти закидушки. На пенопласт именно. А какой стоял, не помню, блин. На вторую тоже будет донку перекинуть. Сейчас это зарядим. Вот. Туда. Кстати, вот на эти закидушки, на пенопласт, 2 плотвицы такие, блин, довольно здоровые были. Потом в конце рыбалки достану садок и покажу. От них еще от Fishing Bait садок не пришел. Комплектовали по полному, чтобы только ловил на фидер, на донышке. Но спиннинг тоже не будем забывать. У нас как раз сейчас с Витяем будет 3-дневный сплав по реке. Пойдем на 3 дня, на 2 ночи. 40 с чем-то километров по венте вверх по течению будем идти. Там, я думаю, тоже оторвемся по спиннингу. Ох, какая поклевка. Мимо. Мимо. Здесь у меня стоит такая кормушка, 40 грамм, летит шикарно, так что пока всем доволен. Ладно, насадим кукурузу и будем закидывать дальше. А вот жены кормушка, у нее 20 грамм стоит, потому что фидерная палка помягче она будет. Так, что она, червячка повесим ей. Красный червя не клюет. Вот такого красавца. Давай, закидывай. Отойти в сторонку надо. Полетит. Чуть левее, да, как помнишь? Как получится. Тоже верно. Отлично. Карина у нас ближнюю точку облавливает. Да. Еще, еще. Так, на длине закинуть. Так, 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 так. Что надо было сделать? А, еще одну перекинуть. Что это за зацеп у нас? Хреново. До этого там не было зацепов.
коряга какая-то была. Вот тут у меня ваниль стоит. А на второй крючок, я думаю, повесить чеснока. Кстати, хорошо бинопласты, блин, повесил, и на всю рыбалку тебе его может хватить, если не сорвет. Кормачки уже приходят в полной готовности, так что там просто все, карабин на основную леску вешаешь, и все, у тебя оснастка готова, крючки хорошие, острые стоят, плотвичка на них тоже засекается, ну, я имею в виду, что размер позволяет ей, там можно выбрать разные крючки, разный вес, вот так вот. Вот и все, оснастка готова. Кормушка забита. Можно ее в бой посылать ее. Я забыл, блин, под эти удочки у меня обычно стоят сигнализаторы поклевок, которые с этим. Как он называется, не помню. А, клюет. Давай, подсекай, иди. Подсекай. Крути. Есть? Нет-то. Командная работа. Давай, тут у тебя поводок там длинный. Холостая, мимо. А. Что, пошла раздача? Вот у меня теперь. Ну? Нет. Ну? У тебя, кстати, там червяк стоит, так что можно так сильно не спешить. Угу. А! Не насрено у нас, блин. Что-то клюнуло. Не успел камеру включить, блин. Какая плотва клюет. Смотрите. Шикарная. На кукурузочку. Только присел, блин. На тебе поклевочка. Ладно, будем выцеплять ее. Кукуруза в деле. Гляньте, какая плотва. Шикарная. Опа. О. Приятно, приятно.
заглатывает, блин. Дай боже только. Пойдем в домик. Кто рыбу чистить будет? Кто рыбу чистить будет? Я. Ну тащи, тащи, твоя рыба. Блин, она очень сильная. Ну ничего страшного, аккуратно, не спеши. Вся фрикцион стоит, не спеши. Не спеши, не спеши. Хороший подлещик, наверное. Не спеши, не спеши. Поднимай удочку вверх, сюда заводи. А, какая плотва. Давай сюда ко мне. О, какая плотва. Смотрите. Как вам на фоне? Красавец. Ага. Сильненький такой. Это, наверное, рыба дня сегодня у нас. По размерам. Молодец. На кукурузку, не? На кукурузку. Иди, засаживай заново. А подружку плотвичку мы в садок. Хорошая плотвичка, хорошая. Молодец. Угу. Давай за такой же. У меня там клюет на фоне. Давай, кидай. Отлично. Ты закидывал, у меня там начало поклевывать. Но здесь, блин, раз дернет и все. О, как дернуло. Это не я. По идее, пенопласт должна схватить и засечься, блин. Там... На одной 50, на другой 60 грамм грузила стоит. Чего она не засекается? Ничего, работает. И прикормка работает. И наживка, значит, работает. Прикормка, говорю, из комбикорма. Помню то, что в детстве мы такое ловили, когда не было всех этих прикормок разновидностей столько много, как сейчас есть. Просто комбикорм замачиваешь, он распухает и вполне нормально ловится. Сегодня тоже пока результат неплохой. Ну это может уклейка еще опарыша. Только что видели, что поставил двух опарышей и пенопласт сливового вкуса. Он закинул сразу же. Ну может уклейка нападение. Хотя до этого нападение красноперка взяла. День-день и все. Закидывай, закидывай. Да, там что-то не крупное. Подожди. Красноперочка. Красивая. Зачет. Лайк. Это я вам скажу не пиво, это если что к вас безалкогольный.
Добро пожаловать в семью. О, как клюнуло. Поздно. Ну вот неправильно. Ну все. Вы уже вытаскивай. Вытаскивай. Ничего, ты учишься. Ну, красава на опыте. Ну молодец. Ну знаешь, что у нас их мало уже осталось. У нас их, можно сказать, вообще не осталось. Сделаешь сама? Пока я тут покрышки собираю, чтобы сидеть. У меня что-то уже клевнуло. Ветвичка хорошая какая. И опять в деле что? Пенопласт опарыша. Сделал себе трон. А то уже ноги устали стоять все время. У нас тут пауза. Лебеди летят. Пропустили. Все, давай кидаем. Теперь моя очередь. Лебедей пропустили. Жену тоже вперед закинуть. Теперь я. Ой, еще посидеть можно. Ну, будем ждать. Да, флотичка. Судя по всему. Сливовый пенопласт разловил, сейчас поставил клубничный. Ага. Вот, смотрите. С опарышем стоит. А это самец, молоко течет. Мы так тут не половим, блин, когда такая движуха. По встречке идут. О, Карина что-то опять хорошее взяла. Выводи сюда, выводи. Правильно. Не спеши, не спеши. Все. Не поднимай так. О, какая опять плотвичка взяла. Угу. Хорошенько. А-а-а. Что у тебя стояло? Кукуруза. Ну что, рыбка пока перестала клевать. Надо и нам покушать. Карина сейчас пожарит курицу. Салатик, лаваш, все ништяк. Тишина-то какая, и рыба не клюет. Жарко уже, блин. Красноперка.
сколько окружается. Смотрите, какая красивая. А? А? Иди сюда, покажись. О. Супер. Ну вон какая красота. Сейчас еще курочки. О, мимо, мимо. Не поваляешь, не поешь. Угу. Давай, сыпь. Туда сейчас сырочка еще. И будем кушать. Сырочка. Сыра туда и будем есть. Все. Всем приятного аппетита тоже. Да, покажи класс. Мастер-класс. Поели, сейчас вообще лень работать. Объелся, теперь лень. Ветер паршивый, боковой, блин. Ну покажи, как ты, как царь сидишь тут. Тут я все. Присел, все. Сейчас жена кресло заберет на покрышку, как я сяду. Ветерочек поднялся. Канава ловить. Для Липети. Рыба клюет. Извини, не засняла, как ты. Как ты поймал его? Кто там? Кто там сопротивляется? Красноперка. Ой, красавица. Красивая рыбка. Главное, что мощная, дает бою. Где там наш улов? Не подойти бы мне. Два трубика уже плавают. Ваши ощущения? Пошла домой. В домик. В домике. Там еще кто-то ловит. Тут уже мусор. Зай, уберем сегодня тут. Смотри, как люди свинячат. Сами же место красивое находят и свинячат. Тебе есть комментарии по этому поводу? Нет. Плохо. Я знаю. А этим людям без толку. Ну вот, весь мусор за собой убрали, чистоту оставили. Ну, покрышки, куда мы их заберем, они тут уже были. Все, что могли, то забрали. Там еще пакет остался. Пойдем в другое место, пересядем. Там, где ветра не будет, а то здесь клей на поклевке не видит. Так что сейчас в другом месте, на новом месте уже включимся. Что, покажу вам наш улов с этого места. Килограммчика два точно есть. Довольно неплохо. Попробуем то же самое сделать и на новом месте. Я здесь уже закормлено. Наверное, поднялся ветерок. Жене уже не видно поклевку. Ну ничего, еще немножечко посидим. Будет как нет. Да, тогда. Так уже хорошо, можно сказать, отловились. Так, пакет. Как ты выбежала? Ладно, иди на новое место. А по рыбе пока одна плотва. Клюнула только. Не то, что раздача плотвы одной. Просто одна плоточка клюнула здесь.
Ну ничего, сегодня соловья мы уже наловили, в принципе. Посидим еще немножко. Сейчас еще друг подъедет. Рыбу ему как раз отдам. Мусор майс. Ну все, будем собираться. Макс приехал, отдадим ему сейчас рыбку. И поедем домой. Так, тут некоторые у нас уже подохли. Рыба. Надо проверить жабры и отпустить. Ну да, маме хватит, да? Ну ладно, будем заканчивать. Всем спасибо и пока.